Доброго времени суток всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Вадим, и я представитель компании Lemma Toys. Мы являемся отечественным производителем деревянного развивающего конструктора для детей. А также у нас есть интересные модели и для взрослых. Деревянные замки, игры и пазлы из дерева, а также роботы, автомобили, поезда, мотоциклы и танки. Как раз о танках в этом видео и пойдет речь. Начиная с 16 декабря и по 16 января в нашей группе ВКонтакте будет проходить розыгрыш танков от небольшого и простого до самого большого и сложного по сборке танка. Условия участия в розыгрыше таковы. Вам нужно вступить в нашу группу, ссылка под видео. После этого поставить лайк и сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу и оставить ее у себя до окончания самого розыгрыша. Выбор победителей будет проводиться через приложение Randomizer. Также победители получат свой выигрыш бесплатной доставкой. А вот что они получат. За пятое место. Танчик Т-34. Размером 15 см в длину, 7 см в ширину и 6 см в высоту. У собранной модели вращается башня. Количество деталей 33 штуки. Стоимость такого танка 370 рублей. За четвертое место. Танк Т-34-85 размером 34 см в длину, 14 см в ширину и 13 см в высоту. В наборе 633 детали. У собранной модели вращается башня, поднимается дуло и едут гусеницы. Стоимость такого танка 1940 рублей. Третье место. Танк МС-1 размером 32 см в длину, 15 см в ширину и 13 см в высоту. Количество деталей 574. В собранной модели вращается башня, едут гусеницы и открываются люки. Цена такого танка составляет 2500 рублей. Второе место. Танк Су-18. Размером 34 см в длину, 18 см в ширину и 13 см в высоту. Количество деталей 564. У собранной модели поднимается дуло, открываются люки и едут гусеницы. Стоимость такого танка 2700 рублей. Для того, кто займет первое место, подготовлен танк Кайман. Размером 61 см в длину, 23 см в ширину и 22 см в высоту. Количество деталей 801 штука. У собранной модели вращается башня. Поднимается дуло, открываются люки, едут гусеницы и вращается пулемет. Стоимость такого танка 4990 рублей. К каждому конструктору в наборе идет клей ПВА, наждачная бумага, подробная инструкция. Также к танку Кайман идет набор запасных деталей, а к таким танкам как Су-18, МС-1, Т-34-85 идет дополнительная историческая справка о модели. Хорошего вам настроения и пусть удача улыбнется вам. С вами был Вадим, компания Lemma Toys. Всего доброго!